Считанные дни остаются до старта нового учебного года в привычном формате. Дистанционка уходит в прошлое. У тех, кто впервые переступит порог школы, новые переживания и волнения. Так же, как и у родителей. Как не ошибиться в выборе школы, как сделать так, чтобы ребенок испытал как можно меньший стресс в новых условиях, об этом мы не только поговорим с основательницей семейной школы Марией Животовой. Мария Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Какие аспекты деятельности важны как будущим ученикам, так и их родителям? На что сделать упор? Ну, конечно, выбирать всегда лучше такую школу, которая располагается недалеко от дома. Если ребенок будет ездить в школу по 40 с лишним минут, то никакая школа в радость не будет. Понятно, что это должно быть удобно для ребенка и для родителей. Чтобы была возможность у ребенка самостоятельно добираться до дома, если вдруг у родителя какой-то форс-мажор, потому что, конечно, родители сейчас заняты. Идеально, если у ребенка есть продленка, потому что школа должна закрывать максимум возможностей по обучению. На продленке все-таки дети делают домашние задания с учителями, а не самостоятельно дома под руководством уставших родителей, так скажем. И продленка – это действительно возможность для современных родителей, занятых и многоработающих, для того, чтобы дети получали качественное образование еще в стенах школы. 21 век на дворе, наверное, мы, посмотрев даже на улицу, видим, что дети все чаще и чаще, не так, как раньше, находятся с гаджетами в руках. Как сделать так, чтобы ребенок как можно меньше проводил времени в них и привлечь его к чтению? Читать, да, это боль современных родителей. И, наверное, собственным примером. Когда ребенок растет в кругу семьи, которая читает, у него, скорее всего, не будет альтернативы, что мама с книгой, папа с книгой, а он с телефоном, ну, это как-то уже будет моветоном. Если это говорить про школу, что школа может сделать? Она может создать условия, где читать это модно, где читают все, обсуждают прочитанное. Что такое читать? Читать – это получить информацию, но скучно это просто для себя получить. Надо с кем-то поделиться, надо обсудить, надо поговорить, какую книгу кто-то прочитал и порекомендовал тебе, чтобы ты почитал. Здесь важно выстраивание целой экосистемы. Одна мама, скорее всего, очень сложно ей переломить будет ситуацию, если она одна. Если эта тенденция поддерживается школой, учителем, папой, бабушкой, то, конечно, здесь процесс пойдет легче и быстрее. Когда мама сидит в телефоне, в гаджете, в планшете, а говорит ребенку вот так, оторвись от телефона, сиди книжку бери, скорее всего, это не придет никаким результатом. А в школе, как вы считаете, будет правильно, если ввести ограничения на пользование гаджетом у ребенка? Но здесь надо... С одной стороны, это ведь связь родителя с ребенком, да, чтобы точно знать, что ребенок в безопасности, там, добрался опять-таки до школы или до дома. Ну а как ограничить это время? Ну, тут надо понимать, что гаджет – это собственность ребенка. И просто забрать на входе в школу мы не имеем права. Здесь уже идет ущемление напрямую свободы ребенка и его прав. Как мы можем у кого-то забрать его собственность? Это запрещено, естественно, не только уставом школы, возможно, и Конституцией. А если ограничить нахождение ребенка именно в классе с телефоном, использование его именно непосредственно на территории класса, то это возможно. Например, разрешить пользоваться телефонами, гаджетами на перемене, в коридоре, в рекреациях, но именно на уроке, конечно, это должно быть запрещено, это мешает напрямую проведению урока учителям. Я уже говорила о том, что посещение школы, особенно первое попадание в школу, это огромный стресс как для родителей, так и для ребенка. Я знаю, что для этих целей в школе зачастую работает, действует психолог. Зачем он нужен? Зачем необходим? Необходим ли он на самом деле? На самом деле психолог, наверное, это самый важный человек в школе, потому что именно благодаря психологу у ребенка устанавливается состояние покоя относительно нового стрессового для себя места. Был ребенок вчера еще в детском саду, сегодня он в школу пошел. Это непонятное место, здесь другие правила, здесь другие люди, и взрослые другие, и дети другие. Ему надо очень быстро вписаться во всю эту историю и показывать уже сразу результат от получения знаний. Хотя, если ребенок находится в стрессе, если мы сами, представьте себе, перешли на новое место работы, и все по-другому, и требования к нам, как к людям, другие. Нужен человек, который поможет, нужен человек, который поможет найти ту точку покоя, состояние комфорта для каждого ребенка, когда у него все хорошо, он успешен, он
ему здесь классно. И вот из этого состояния классно дальше учиться значительно легче, чем когда мне тут поругались, тут подрались, тут кто-то тебя каким-то нехорошим словом обозвал из детей, а тут боишься подойти к тете, потому что она как-то не очень по-доброму выглядит. Просто боишься, не знаешь ни на чем основано. И эти внутренние страхи, внутренние переживания детям просто мешают учиться и мешают добиваться тех результатов, которые могли бы быть даже с хорошими учителями, да даже с нормальными, просто обычными учителями, всегда будут результат, когда у ребенка внутри спокойно, когда он, когда ему интересно, когда он позитивно заряжен, когда он бежит в школу с интересом, хочет встретиться с друзьями и с любимым учителем, все знания усваиваются. Надо просто создать это ощущение. Именно для этого психолог. И опять же, психолог помогает родителям понимать ребенка. Родители зачастую предъявляют непомерные требования, к тому, что ребенок пришел в первый класс, и он такой раз, по щелчку пальцев, резко всем все должен стал. Должен сам садиться за выполнение домашних заданий, должен себя вести хорошо на уроке, должен сменить свою форму деятельности даже на уроке. Если в саду они вчера еще играли, то в школе уже нельзя. В школе можно играть только на переменках. Это ребенку надо понять, это родителю надо понять. Это все помогает понять психолог. А какую внутреннюю работу в семье могут провести родители, чтобы подготовить? Консультирование, прежде всего консультирование, потому что именно от родителей выходит, ну, именно с помощью консультирования родителей психолог добивается нужного отношения к ребенку. И если мама и папа – это самые надежные люди для ребенка, если мама и папа перестанут быть каменной стеной, на которую можно опереться, то у ребенка почва из-под ног уходит. А именно так зачастую поступают родители, когда начинают требовать того же, что требует школа. Родитель должен всегда находиться на позиции ребенка. Для ребенка это единственные в мире люди, мама и папа, которые всегда должны быть за него. Не за школу, не за учителя, не за Петю, одноклассника, а за него и стоять на защите его интересов. И психолог должен эту позицию до родителей донести и объяснить, потому что учителя с родителями контактируют в несколько ином ключе. Учитель рассказывает больше, что по образованию, что там по тетрадках, что по каким-то предметам, где получается, где не получается, где поднажать. А психолог скажет порой не то, что нужно учителю, но то, что нужно ребенку. А что делать родителям, чьи дети категорически отказываются идти в школу? Обратить на это внимание и принять какие-то меры, потому что просто так это быть не может. Если ребенок не хочет куда-то идти, то здесь же не все просто так. И порой дети маленькие не умеют выразить словами правильно те аргументы, которые приводят его к такому решению. Если ребенку интересно на переменках с друзьями, с одноклассниками, если ребенку интересно на уроках, и у него там хорошая учительница, он не будет отказываться идти в школу. Ему там должно быть комфортно. Если ребенка стресс, если он ходит туда как на каторгу, как мы порой к заключенным, наверное, добрее относимся, чем к детям, к собственным, которых мы вынуждаем и ругаем еще за то, что они не хотят идти туда, где им травматично. Они получают там какую-то травму ежедневно, душевную, психологическую, она не видна, она не кровоточит, но это то, с чем потом ребенку в будущем придется работать с психологами. А неужели? И для чего это делать? В памяти родителей стирается тот же период, когда они также ходили в школу. Почему они не проецируют свой собственный опыт на своих же детей? Наверное, от того, что нету реально выбора какого-то, возможности подумать. Остановиться и подумать. Общество гонит нас, надо, надо, давай, давай, бегом, бегом. И родители очень много времени выбирают школу. И потом, когда они выбрали школу, они утвердились в своем решении и заставляют ребенка принять это решение, как единственное верное в данном случае. И у ребенка порой нет выхода. И есть такие дети, которые могут спокойно, аргументированно сказать: «Мам, ну вот реально, этот мальчик меня обижает, этот мальчик у меня вещи отнимает, этот по голове все время бьет, а учительница вообще на меня орет, я не пойду в школу». Но много ли первоклассников могут так сказать? Наверное, скорее всего, единицы. Ребенок скажет: «Я не хочу, я не пойду», и начнет плакать. Родители закрывают на это глаза, к сожалению, и фактически закрывают глаза на ранение своих детей, на то, что эта ситуация их травмирует, и мы в какой-то момент не готовы поставить это на первый план, потому что есть физические болезни, да, которые
мы понимаем, там, что у ребенка зрение, надо ходить к врачам или там брекеты ставить. Мы регулярно ходим к врачам, платим за это и готовы за это платить, потому что это видно. Но если чего-то не видно, порой мы не готовы за это платить. К сожалению, не готовы. И осознание своих ошибок у родителей зачастую приходит значительно позже, когда это приведет к каким-то видимым последствиям. А что делать родителям, если педагог их ребенка в классе выделяет там лучших, худших? Повлиять на поведение взрослых, наверное, уже невозможно. И я как бы... Наша компания 10 лет занимается воспитанием дошкольников. И если мы видим, что наша позиция в воспитании расходится с позицией родителя, как правило, мы ничего сделать не можем. Мнение взрослого и сформировавшегося человека, который наделен определенными полномочиями, изменить невозможно практически. Консультирование, да, с нашей стороны всегда идет. То есть мы можем сказать, как хорошо бы, как было бы правильно. Но если человек это не принимает, то это просто, ну, не его стиль поведения, так скажем. Если у мамы больше диктаторский стиль поведения, авторитарный такой, знаете, вот я решила, все должны так делать, то ни педагог, ни ребенок не могут изменить ситуацию. Также точно по отношению к учителю. Если мама видит, что ситуация должна быть по-другому, но учитель так решила и делает именно таким образом, как бы мы ни говорили, как правильно, тем более с позиции родителя по отношению к учителю, это же... Как так можно? Какие-то там советы давать, когда ты всего лишь родитель, а я же учитель. Это такая вот позиция, которая все-таки наделена властью и по отношению к определенному кругу людей. И очень часто никакая критика не воспринимается. Скорее всего, никак. Скорее всего, искать первоначально для первого класса нужно искать своего учителя, свой подход, свои методы. Если не устраивает один учитель, перейдите в другую школу, перейдите к другому классу. Но найдите того человека, который первоначально повлияет на формирование вашего ребенка. Потому что именно в начальной школе закладывается позиция к образованию в принципе. Если в начальной школе отбить этот интерес, это любопытство, которое еще выходит из детского сада, когда дети... У них живые глаза, живые движения, они хотят учиться, они наперебой тянут руку на занятиях, когда проходит это все в детском саду. И учителям в школе вначале очень часто удается отбить все это, и уже к среднему звену у ребенка ничего не надо, полное отрицание, и мне ничего в этом мире не интересно. Но задача у учителя начальной школы глубже. Ему надо настолько заинтересовать процессом обучение ребенка, чтобы у него, у ребенка сформировалось вот, знаете, проактивное движение, когда он сам этого хочет, когда он в свободное время читает книжки, читает энциклопедии, пытается узнавать новые знания, рассказывает о них учителю, учитель это в позитивном ключе воспринимает, и ребенок может делиться своими новыми какими-то моментами, которые он узнал, когда это все в радость. Не когда это все из-под палки и потому что должен, а когда это интересно. Вот так должна работать школа. А что же делать родителям и как реагировать, если вдруг их ребенок, их чадо учится плохо? Найти такое место, которое зажжет ребенка. Может быть, это будет частная школа. Может быть, это будет какой-то кружок дополнительного образования. Но очень важно найти тех людей, которые вот покажут ребенку то, о чем я сейчас говорила, покажут, что это интересно, покажут, что это классно, когда ты что-то узнаешь новое. Когда ребенок научится получать от процесса обучения удовольствие, а не негатив. Для чего психолог? Чтобы снять стресс и получать удовольствие у ребенка. Какая задача, чтобы ребенок учился сам? Чтобы ему это нравилось. Если нам что-то не нравится, мы это никогда делать не будем. Если вам не нравится ваша работа, вы не хотите на нее ходить. Если ребенку не нравится учиться, он не хочет учиться. Все просто, если об этом подумать. Значит, надо просто сделать так, чтобы это было интересно. Если учитель не делает в школе, в начальной, так, чтобы детям было учиться интересно, значит, надо искать другое место. Другого учителя для начальной школы, если вам это подходит, или другого учителя дополнительного образования в виде кружка какого-то, который ребенок будет посещать дополнительно. Но фигура учителя здесь первоначально. Именно учитель может задать темп, что это классно, и раздувать это пламя интереса в ребенке. Родители зачастую в одиночку этого не в состоянии сделать. А как реагировать родителям, если вдруг их ребенок отрицает какие-либо определенные предметы? У нас все равно ведь негласный мир делится на гуманитариев, технарей. Вот если ему прям не нравится литература и русский язык, но он с ума сходит по физике, химии и прочим точным предметам. Я всегда здесь привожу пример. Есть такой анекдот, да, когда там
соревнования: обезьянка, рыбка и какая-нибудь птичка. И кто быстрее залезет на дерево? Вот здесь такая же история. Ну, как рыбка может залезть на дерево? Но если мы будем систематично дрессировать рыбку, чтобы она лазила по деревьям, наверное, она когда-нибудь туда залезет. Но зачем нам это делать? Мы спокойно можем развивать в ребенке его сильные стороны. И да, если есть норматив лазить по деревьям, то он должен быть на минимум выполнен, как минимум. Да, если наше общество требует, чтобы рыбки по деревьям таки лазили. Но зачем они будут это делать одинаково с обезьянками? И если у вашего ребенка такие склонности, такие сильные его стороны, именно эти сильные стороны помогут ему в дальнейшем в жизни. Именно если ребенок вырастет, понимая, в чем он силен и где его успешность лежит, то мы для себя сразу откинем множество профессий, которые не наши. Мы для себя сразу увидим какой-то путь, по которому идти легче и который даст больше результатов для нас. Зачем нам все остальное, если мы сразу понимаем, кто мы? Если мы этого не понимаем и стремимся сравнивать себя со всеми окружающими, то, конечно, будет ощущение: я не успешен, у меня это не получается, я неудачник, что же со мной не так? Все плохо, пойду поплачу. К чему это все? Если у каждого, абсолютно у каждого человека есть те стороны, в которых он силен. И если эти стороны надо просто человеку показать и сказать: классно, вау, давай развиваемся дальше, идем вперед, идем. Математика, окей, отлично, математика, это вот сюда, это про науку, это про технологии, это про компьютеры. Что тебе из этого интересно? Куда дальше пойдем? Можно же так? Но, к сожалению, в рамках муниципальной школы, где 30 детей порой в классе, у учителя просто нету ресурса делать именно так. Мария, в чем же отличие обучения в вашей школе? Как будет проходить процесс у вас? У нас процесс обучения выстраивается из понимания того, что мозг ребенок активен тогда, когда ребенок активен. Если ребенок неподвижно сидит все 40 минут, то странно было бы ожидать, что его мозг в эти 40 минут будет активен. Необходимо движение, необходимо, чтобы ребенок активничал. Здесь не обязательно бегал или прыгал. Он должен что-то делать. Должна быть прикладная деятельность. Возможно, физическое движение, какие-то спортивные мероприятия включены в занятия по математике, к примеру. Почему нет? Но заставлять детей 40 минут сидеть неподвижно мы будем только на контрольных. Все остальное время, все остальные уроки у нас будут подвижными. И здесь еще идет момент формирования навыков, которые нужны уже сейчас современным детям, но которые, к сожалению, не заложены для формирования в старой советской школе. Здесь есть необходимость и потребность формировать в детях умение анализировать, думать, гибко принимать решения и постоянно искать новые варианты. А можно еще так, а можно еще так. Не использовать только один путь стандартного решения задач. Этому можно учить, этому будем и учить. То есть здесь процесс именно, как будет обучение проходить. Не тому, чему мы будем учить, конечно, потому что программа стандартная, 21 век мы взяли для того, чтобы соответствовать всем государственным требованиям, но можно же учить по-разному. И вот у нас будет это сделано по-другому. У всех у нас вырисовывается образ привычной нашей школы. Как выглядит ваша? Конечно, это современное пространство. Просторное, светлое, не с узкими и темными коридорами. Здесь был привлечен дизайнер для выполнения работы. И, конечно, это соответствие образования современности, также и соответствие пространства современности также должно быть. Это мы прекрасно понимаем, поэтому у нас используется такой подход, чтобы детям школа нравилась, чтобы это красивым местом было и туда хотелось возвращаться. А как же будут проводить летние каникулы дети? Не только летние, в целом каникулы в вашей школе. Да, наша школа платная, и здесь вопрос, что делать родителям с детьми, когда у них наступают каникулы. У нас школа будет работать, и у нас, в принципе, на каждом классе работает два учителя. Целый день у нас еще куратор проводит время с детьми каждый день и в учебное, и в каникулярное время. И именно куратор в каникулы разворачивается. Учитель отходит на второй план, занятий нету, но куратор имеет возможность реализовать все свои задумки, все соревнования устраивать, ходить с детьми на какие-то походы, выставки, музеи, экскурсии посещать и устраивать им какие-то такие мероприятия, которые как раз и отвечают вот той самой задаче формированию команды. Потому что в нашей школе это
очень важно, и для этого у нас целая единица штатная, для того, чтобы в каждом классе был куратор, который отвечает за команду образования в этом классе. Ну, а как к вам пробраться? Как вас найти? На данный момент мы располагаемся на Тургенева, 23. Это совсем в центре, ну, почти в центре города, возле Атолла недалеко. И у нас сейчас активно идет набор на нулевой, первый, второй класс. Сейчас формируются уже классы, есть уже команда учителей, кураторов, зауча, которые... Я безумно благодарна тому, какие люди подобрались. Это действительно шикарные люди, которые хотят в этой профессии большего, которые хотят реализовать все свои задумки, которые у них сформировались за много лет опыта педагогического. И, к сожалению, не всегда даже муниципальные городские школы имеют возможность дать учителям ресурс для реализации всех тех планов, которые у них есть. У нас в гостях была основательница семейной школы Мария Животова.